Ахтема, всього рік тому ви дебютували у якості ведучого. Як ви вже і телетріумф свій перший отримали за проект «Хоробрі серця». Власне, з цим вас і вітаю. Ви очікували на такий телетріумф? Це велика честь. По більшій частині я адресую цю награду герою нашей программы. Это герой, благодаря которому мы сегодня живем здесь, в мирном Киеве, и благодаря которому есть все основания полагать, что мы будем жить в той стране, в которой мечтаем жить сами, и в которой мечтаем, чтобы жили наши дети. Останні кілька тижнів про Крим згадують у розрізі світла у Криму і взагалі електрозабезпечення, яке перервано з материка. Що розповідають рідні? Чи є в них світло, чи світло по годинах? По-разному. В Симферополе более ситуация, скажем так, со светом более легкая для тех, кто живет в Симферополе. В деревнях, там, в Севастополе более жесткая ситуация. Но никто из тех, для кого действительно дорог Крым в любых обстоятельствах, не ждет света по часам. Люди ждут скорейшего освобождения от оккупационной власти. Все, что касается моего рода и моей семьи, они однозначно поддерживают и торговую блокаду, электрическую, так называемую блокаду. Я не склонен называть это блокадой, это скорее акт отчаяния. А то, что касается вообще крымчан, я бы, наверное, не был так однозначен, потому что Крым – заповедник коммунизма, и поэтому ориентироваться на жителей Крыма, которые проклинают Украину, послушайте, они проклинали Украину всегда.